Так, ну вот, у нас закончилось мероприятие, мы вызываем такси и едем. Представляете, я вспомнила, а знаете о чем? Скоро ведь будет Новый год, я решила вернуться вот где елочка и записать видео, очень короткое. В общем, всех я поздравляю с наступающим Новым годом. Так, сейчас сумку уберу из рук. Так, вот. Классный подарок от Oriflame. И знаете, я желаю, конечно же, в первую очередь осознанности, потому что сейчас, конечно, нелегкие времена, но все зависит многое, конечно, да, не все, конечно, многое зависит от того, что в нашей голове, как мы видим свою жизнь. Вот идея должна быть какая-то в жизни, да, то, ради чего мы живем, то, ради кого мы живем. Вот. Это очень-очень важно. Вот поэтому с наступающим Новым годом задумайтесь об этом, потому что сначала идея, далее действие, ну и потом результат. Поэтому я всем желаю новой, обновленной жизни, качественной жизни, быть молодыми, здоровыми, красивыми на долгие годы. Старость будет у всех. Старость будет у всех. Вопрос просто в том, что какая старость, да, качество этой старости. Ну, все, всем пока. Все забрал. Да? Там есть. Всем пока. Мы едем в такси и домой.